Сегодня Украина стала шахматной доской, на которой происходят геополитические баталии. Если перейти в спорт и взять аналогию спортивную, то Украина стала мячом. Вот это очень больно и обидно. Потому что в советский период она играла в нашей команде и была футболистом. И голы мы забивали до самого Берлина. Значит, что касается дальнейшего развития событий на Украине, то это плод вот той самой шахматной, если хотите, футбольной партии, которая разыгрывается, к сожалению, с разрушениями, человеческими жертвами и той кровью, которая там льется. Поэтому что будет с Украиной, это сейчас решается. Это решается будет в ближайшее время. Но я хочу сказать, что судьба Украины зависит, как это может не странно покажется, отвлеченным, но на самом деле от возможности прокладки газопровода «Турецкий поток», от того, удастся ли Соединенным Штатам Америки еще больше поссорить Европу и Россию, вот от этих двух и многих других факторов будет зависеть судьба Украины. Что касается меня, конечно, хотелось бы, чтобы прекратилась война и чтобы Россия, Украина, поскольку это один народ, были все-таки интегрированы в какой-то форме вместе.